Здорово. Это аудио я записал еще на стадии монтажа. То есть у меня еще ничего не смонтировано, ничего не склеено. Я вообще не знаю, как будет выглядеть этот ролик. Будут тут какие-то срачи, словесно выбитые зубы, униженные игроки и так далее, я тоже не знаю. Но судя по тому материалу, что я набрал, нарушители абсолютно спокойно реагируют на то, что ты им предъявляешь за какое-то нарушение. За больше чем полгода моей перезапущенной деятельности в Гаррис Моде, я очень и очень нечасто встречаюсь с такими случаями, когда людям не нужно вдалбливать, пытаться в голову, почему же они конкретно виноваты и что они и где сделали не так. Расскажу, как вышло в большинстве случаев на уже отснятом материале. Чел нарушает, я прошу тэпнуться, либо сам его тэпаю, объясняю ему, в чем он был неправ, он такой: «А, да? Ну, окей, хорошо, сейчас выдам себе наказание, если он администратор, или же если юзер говорит, ну, тогда выдавай». Но не спешите огорчаться тому, что не будет каких-то долгих словесных перепалок, споров, оскорблений и так далее. Я это время хочу потратить на то, чтобы рассказать вам о некоторых байтах, которые можно использовать не только на этом серваке, но и на других, вне зависимости от того, как эти правила будут трактоваться. На связи барабанный душнило MP4, а мы с вами начинаем. Мне кажется, что это скрипач, он высказывает контент из пальца. Так, Камчаста не объявили, но я могу быстренько сбегать, получить профессию полицейского. Но поскольку у меня донат привилегия есть, я могу взять себе профессию ФБИ и пойти кого-нибудь пообыскивать. Конечно же, нужно будет придумать нормальную какую-нибудь причину, адекватную, которую можно будет потом, в случае чего, объяснить на жалобе. Агент ФБИ. А я не пойму, они как, меняются или нет? Просто мне интересно, они зависят от мэра как-нибудь? Кто играет часто на хэппи РП, подскажите мне в комментариях. Если вам угрожает огнестрельным оружием тазером, когда у вас холодное оружие, то вы не можете применять его на агрессию. Блять, чел с крыши вылетел, охуеть. Оружие в общественном месте. Оружие убери. Убери оружие. Убери оружие, хорошее. А смотри на другой нелегал у него. На другой нелегал у его, смотрите. Куда ты идешь? К стене встань. Там у тебя оружие. Со мной. Там у тебя оружие, Крис, Вектор. Нет у меня оружия. Я видел, да, оружие достал. Че ты чешешь меня? А, я, наверное, когда это 4. Ой, это же помню. Нет, это бомж. Давай, бежите его. Давай, показывай лицензию. Теперь вообще стена. Сейчас, пару секунд. Давай задвигай. Чего у тебя с голосом? Все в порядке. Всего доброго. Ебать. За уничтожение принтера было вознаграждение 20 тысяч. Нихуя себе. Это такой принтер, оказывается. А чё он здоровый такой, ну, не знаю, блять. Размером с приору, нахуй. Законом я должен вас оштрафовать. Ебать, к стене! К стене, говорю. Отошли. Ага, бешеный узбек, игры. Пойдем. У тебя эфир РП. Погоди. До свидания. Чего? Объясни, как я нарушал. Начал расстреливать человека, который сказал тебе этого не делать. Не понял. Блять, не понял, читай правила, пиздец. Ты не меня к сеть не ставил, ну ладно. Ебать, я сказал всем, кто там присутствовал, отойти, пиздец. То, что ты сначала идешь на чела, который
держит оружие, ну, при этом сам держишь монтировку, я тут при чем? А потом ты достаешь ствол, начинаешь шмалять по мне, ну, блять, молодец. Чё ты потом удивляешься, что тебе приписывают ФРРП? Привет, тебя развязать? Было бы неплохо. Ага. Это все, конечно, очень классно, но не нужно так наставлять оружие. Я тебе говорю, не нужно наставлять оружие. Ты сейчас мне угрожаешь. В курсе, нет? Да, в курсе. Я еще раз предупреждаю, убери. Хуже будет. Давай так, я убираю, и ты... Раз. Два. Уже больше даже, чем два, блядь, прошло. Он, сука, стоит, наставляет на меня ствол. Нахуя? Хуеть просто. Я за ним что, бегаю, что ли, пытаюсь его связать? Нет, я ему стою, спокойно говорю, что убери оружие лучше. Не надо так наставлять на людей. Не собирался ему даже срок давать какой-то за это. Или что-то в таком духе. Снежок пошел. Не рано ли для октября только месяца? Насрал кто-то в прихожей. Что-то пустовато немного, ребят, не думаете? Да пизды бандитов просто. Они, скорее всего, тупо сидят у себя в квартире и больше ничем не занимают. Вместе с ними какие-нибудь взломщики, не знаю, ну вот что-то в таком духе. Как же я вовремя зашел. Вай, молодой этот, не суети, может, не выйти. Оружие убери, сюда выйди. Хозяин двери, открывай. Магазин закрыт на комчат. Тем более у нас это тут жалоба. Хозяин двери, открывай дверь. Выходи, я тебе говорю. На улицу, за мной. К стене. Из оружия ты стрелял. Лицензии на него у тебя нет. Ты мне покажи сначала свои документы. И убедимся в этом. Я вот думаю, у тебя нет лицензии. Документы. Не имеется у тебя лицензии. Развернулся к стене. К-11 тебе светит. К стене встал. Мужчина, я только вышел из тюрьмы. Ну за что? Дайте мне, пожалуйста, до дома пробежаться. К-7 у тебя. К-11. Что? К-7. Так, оружие я могу держать во время камчаса спокойно. Немного расскажу о том, что такое все-таки УК-7. Ребят, на серваке предусмотрены законы. Да, вы почти везде их видите, но они там играют только формальную роль. Там все по дефолту: убийство, грабеж, манипринтер, нелегал и так далее. Здесь же законы играют достаточно важную роль, а именно, нарушение каждого из них влечет за собой какое-то определенное наказание, будь то заключение в тюрьму на определенный срок или же штраф на какую-то сумму денег. На мой взгляд, подход к законам города именно с такой стороны, а также выдача наказания, арестов и так далее, намного интереснее, чем на других серверах. Тупо интереснее становится играть за госса на HyperRP, потому что ты в процессе, ну, с самого начала, как ты стал госсом, ты очень часто открываешь законы города. И со временем ты запоминаешь, какое нарушение, какая-то статья УК или ГК. Добавляет интереса еще то, что мэр может влиять на законы города, делать какие-то правки, объявлять об этом в адверт или же какое-то радиовещание, и вы это увидите. И вам за госса будет в ваших же интересах зайти и посмотреть, что за изменения, чтобы потом вдруг не ошибиться. К стене встань. За клевету, пожалуйста, судите. К стене, я говорю, встань. Хорошо. Два. А, извиняюсь. Вот. Я хотел купить еды. УК-7. Дайте я куплю еды. Чего? На месте, я тебе говорю, стой. УК-7 у тебя. Я могу. Короче, а закрывай окна. В стене. Я уже не... Простак, можешь? Убрал. Полиция, нет, пошел. Нет, простак, просто помоги. Убрал, полиция. Я тебе говорю, к стене полиция. Встал. Ни хрена. Как ты можешь? Надо. Да кому это вообще интересно? Взорвали кого? Ну ладно. А что нужно сделать? Ну, типа, что нужно знать для набора? Вот,
Нормальный штрафчик ему выдал. А зачем меня убили? Причина килла. Смотри, у нас был рейд, ты забегаешь, я вижу фип, я стою с ганом, вижу... Как ты увидел FIB? И к нам смотрит за этим фип. Я выхожу и убиваю тебя. У тебя на модельке есть вот такой вот жетончик. За секунду это узнал? Даже меньше, чем за секунду, просто увидел и расстрелял? Да. А как такое возможно? Так как возможно причина такая? Не знаю, косвенно это может быть причина того, что у нас рейд пришел коп. Как там, наверное, тихо было? Я не знаю, возможно это условность, а возможно... Как ты узнал конкретно по бейджику, что я конкретно ФБРовец? Если смотреть по бейджику, то там огромный иллюминатор на модельке. Да, а ты издалека увидел это? Да, у меня зрение 2,5. Невозможно увидеть так, приглядеться и начать стрелять буквально за секунду. А, подожди, нет, да. Не фрикил. Реально, если рейд был, то окей, но ты не понял, кто это, какая профессия. 2-1, ну, НРП, выдавайся. 15 минут джайла. Это НРП получается, тогда они фрикил. Ну да, я же говорю, если фрикил, я имею в виду, если фрикила нету, если ты рейдил, то да, окей, тут претензий нет. Но насчет НРП ты сам объяснил. НРП у тебя есть. 66 человек на серваке. Развернись ко мне лицом. Присядь, или я застрелю тебя. Присядь. Алло, Додик, выходи с поднятыми руками. Оборону сортира, вы меня звали. Да. А где еще? А тут чел какой-то. Гитар. Блять, что? Если что, дверь открыта. В натуре пошел я нахрен. Извини. Оружие убери. Убери оружие. Вам помочь? Да, было бы неплохо. А что за долбоеб дверь закрыл перед самым носом? Так не делается. Открывай дверь обратно. Я убью заложника, заложника убью. Так ты его так уже хотел убить. Все в порядке? Куда ты его несешь? Я с ним поговорю сейчас. Нет, он был в заложниках. Куда ты его сейчас понесешь? Обратно вынес человека. Агент, иди за мной, быстро. Агент, мне нужна твоя помощь, пойдем. Они хотят меня ограбить, помогите. Слышишь, иди сюда. Сюда иди. Зашел. Заходи. Зашел. А, ты что тут делаешь? Ух ты, робот, смотри. Так. Таймер, течка. Ладно, короче, надо тебе жестко грабануть. I am invincible. 15 000. Ты хуесос ебаный, чтоб ты сдох, пида тварь ебаная. Так я уже сдох, долбоеба кусок. Избежал РПшки, блять, кольнувшись Герычем. Охуеть просто, блять. Ну я в маскировке теперь, оказывается, могу бегать. Я даже не знал об этом. Думал, может быть, свеп какой-то есть. Смотрю, все бегают с маскировкой, а я не могу. А оказывается, надо было быть чуть-чуть повнимательнее. Ну давай проваливай, если что, окей? В ассортименте бронежилет, мастеров, тебе может быть чемодан. Сиди. Пиши.
этой двери. Я сказал живо, проваливай. Обалдеть. Слышишь, этот азиат или бил твоего друга? Ёбнешься. И что ты, блядь, вышел угрожать, что ты добился этим? Надо было вот выходить мне в лицо оружием тыкать, я ж не сделал ничего такого. Маскировка будет перезаряжаться еще около 5 минут. А, я же убил чела, который достал оружие в ответ на вооруженного. Блядь, серьезно. А чё, бля, чё они стрелять начали? Бля, не люблю дождь, вот эти все погодные условия, которые шумят очень сильно. Людей бывает даже не слышно нормально. Заебали эти ютуберы. Ты чё, блядь, ёбнулся? Стоять, сука! Кража. УК-3 у тебя. Чего? У тебя УК-3. Ты хоть ничего не украл. Бля, эта профессия не может владеть дверьми, пиздец. Ну ладно. Так как так выходит? Да не вам? Идет. Да надо. Где здесь стоишь, пидрила ебаная? Чуть-чуть бросок не надо. Нахуй я отсюда, пидр. Да, это все срыгивается в мой адрес, непонятно почему. Позже он аргументирует это тем, то что он хотел прогнать полицейского, обзывая его и посылая. Но криминалы так не делают, они вообще к себе пытаются не привлекать внимания. Ола. В стене встал? Я встал. Сюда вышел. Сюда, сюда, сюда. Сюда, я тебе говорю. Куда? Куда? А, тут ты вонючая, понял? Ну вот и байт прошелся такой нормальный. Барселини и русское мясо. Давай, что мне скажешь. У тебя фир РП. Ну вот, я все слушался, пока ты не начал перестрелку с другим человеком. Я уже потом, когда ты на меня даже не смотрел, я выхватил оружие. Мои приказы не отменялись с того момента, как я тебе что-то приказал сделать. Самое паршивое, то что я не могу ему сам выдать наказание. Он наборный администратор и выше меня по званию. А я всего лишь донатный спонсор, кажется. И если я сам выдам ему наказание, без каких-либо разборок, то это будет админобузом. Но даже из самой патовой и безвыходной ситуации нужно учиться извлекать пользу для себя. Ну, как я и сделал. Во-первых, у меня писалась демка с его нарушением и нарушением его друга. Во-вторых, я могу грамотно аргументировать, почему он виноват и что конкретно он нарушил. А также, что он может нарушить, если не будет выдавать себе наказание. В этот момент я уже начинаю постепенно оперировать тем фактом, что если он не выдает себе наказание при явном своем нарушении, то это будет админобузом. Мы с ним оба понимаем то, что я ему не могу сам собственноручно выдать наказание, он должен сделать это сам. А чтобы он сделал это сам, ему нужно как-то доказать, вбить в голову то, что он реально здесь нарушил. И он может просто спамить одну фразу, мол, у меня нет здесь никакого нарушения, и все. Ты мне уже мне угрожал. Нет, я уже угрожал оружием с того момента, как сказал тебе стать лицом к стене и пройти за мной. Я это слушался, пока ты меня не перестал. Я тебе не говорил перестать меня слушаться или же доставать оружие. Я тебе сказал стоять у стены. Но ты мне уже не мог угрожать оружием. Нет, мог, потому что у меня было оружие в руках, и я непосредственно с тобой взаимодействовал до того момента, пока у тебя дружок твой сейчас не нарушил фир РП. Я не понимаю. У меня с ним все в порядке. Что ему голос? У меня все в порядке, не переводи тему с голоса. Почему я так выберу? Почему я
игре, конечно, ладно. Фир РП у тебя, выдавай. Ну, я не вижу здесь фир РП, потому что я считаю, что ты мне угрожал оружием до того момента, пока, ну, вот, пока на тебя не начали, уже тебя чуть не убивали. Извиняюсь, что отвлекаю, Бэйби Бон, потом можешь подойти? Жалоба. Если на вас навели оружие или тазеры, сказали в голосовой текстовый чат не двигаться или лицом к стене, то запрещено доставать свое оружие и также не выполнять приказы. Блин. Это не относится, если ты уже отвернулся и я от тебя не отворачивался, ты был в моем поле зрения. Но для меня ты на меня не смотрел. То есть для меня ты где-то вот так аж был. Для меня вот так было. Я как-то Ну, я тебе сказал стать лицом к стене и не двигаться никуда, пройти к стене. Все. Я тебе никаких больше приказов не давал, например, стоять и стрелять по мне. Ты же, опасаясь за свою жизнь, не должен доставать оружие. Я в этот момент не опасался за оружие. Ты мне уже не угрожал. Почему ты не угрожал? Я стою с оружием наготове, и как я тебе могу не угрожать? Потому что ты мне угрожал до момента, пока тебе не начали убивать. Но да, я от тебя не отходил никуда, то есть ты в зоне досягаемости. Ты в зоне досягаемости, я от тебя никуда не отходил. Ну, так, так, короче, выдаешь себе фир РП, нет? Позови админа постарше, есть кусик. Какого админа постарше? Я тебе говорю, как администратор, я нашел нарушение, и тебя прошу выдать себе наказание. Я не вижу здесь нарушение. Я вижу, я разбираюсь с этим, а не ты. Я тебя тэпнул, чтобы... Ну, я не вижу, это я не могу. Бля, просто выдай себе фир РП, ты не хочешь этого делать? Я не вижу нарушения. Ну не видишь, не видишь, я тебе говорю, я как администратор разбираю ситуацию, прошу тебя выдать себе наказание фир РП. Если тебя что-то не устраивает, подавай жалобу после этого наказания. Я не буду. Не будешь выдавать? Никакого жалобы. Я просто не буду себя жалить, пока ты не будешь доказывать мне нарушение. Я не видел нарушение. Докажи мое нарушение. Хорошо, сейчас, подожди. Я жду. А конец. Привет, Юкими. Секунду, подождите, мужики, секунду, мужики, подождите, я тут нечаянно, это говно. Сейчас, секунду, эфир пойдет, я ничего не вижу, ничего не слышу. Да подожди, она почти кончилась. Секунду. Чего у вас такое случилось? Короче, он на вот этой профессии нелегала берет, провоцирует полицию, оскорбляю. Я его за это ставлю лицом к стене, говорю выйти из переулка за мной и встать у стены. Я вышел. Вот. Он стал лицом к стене, на меня сагрился его друг из подземки, начал стрелять, достал оружие при этом, несмотря на то, что у меня оружие было в руках СВД. Вот. Начал по мне стрелять, я стою так же близко к нему. Начинает отстреливаться, и он тоже теперь в момент достает оружие и начинает по мне стрелять. Это происходит от его лица прямо рядом с мэрией. Я его попросил тэпнуться сюда, вот, и объясняю ему то, что это нарушение правила фир РП. Прошу выдать наказание. Так, секунду, сейчас подожди, я тэпну его обратно. А Барсамине были нарушения? Я не видел. Он отвернулся от меня и все. Он же вот так как-то для меня. Он бегал уже как. Я от третьего лица играю, я вижу абсолютно все, что происходит. Сбоку от меня и почти что сзади. Вот. Я вот попросил тэпнуться, объясняю ему то, что это нарушение правила фир РП. И он отказывается, он прямым текстом сказал то, что он не будет выдавать себе наказание. Он то есть не хочет этого делать. Это вроде бы тянет на то ли админобуз, то ли халатность. Не помню, как у вас термины трактуются. Да, вот. Это будет отменять. Да, ну он пользуется тем, что я не могу ему сам выдать наказание, потому что если я выдам, то нарушу правила я. И он поэтому не хотел себе выдавать. Он просто спамил мне одну и ту же фразу, типа, я здесь не вижу своего нарушения. Вот и все. И он, соответственно, не выдал себе наказание. Поэтому мне пришлось тебя отрывать. Мужики, типа, гляньте еще раз демку внимательно и все нарушения. Байден, назовите, пожалуйста, давай молодому человеку. Пусть тебе покажет и...
Пусть. А есть ли смысл? А смотри, я что-то пересказал неправильно. Я не доверяю тоже. Я что-то неправильно пересказал? Нет. Нет, более-менее. Ну, значит, ты согласен с тем, то, что я предъявляю теперь. Больше. Так, что по наказанию в итоге выходит? Так, Барсалини, что по итогу вы нарушили? Сейчас. Ну смотри, я возле мэрии стою, он провоцирует мента оскорблениями и посыланиями нахуй. Вот, я не знаю, странно немного, зачем, непонятно. Мы криминальными деятельностью собирались заниматься. Посмотрите на то, как он становится в момент почти что сговорчивым, как только рядом находится один или два администратора старше по званию. В такие моменты почти всегда начинается моя самая любимая часть, когда они начинают объясняться, почему же они сделали так-то, так-то, то тут можно цепляться за абсолютно любые слова, но я это делаю практически всегда по факту. Слушаем. Ну, значит, если ты Ты собирался заниматься криминалом, и ты при этом привлекаешь внимание мента специально для того, чтобы завязать перестрелку, правильно? Нет. Да, это так и есть. Погнать, ну просто понимаешь, я не могу тебя выгнать по-другому. Вы обычно не уходите. Так ты меня и не выгнал этим самым, ты привлек мое внимание, ты намеренно это сделал, причем не один раз. Здесь я больше, блин. Давайте, типа, хватит спорить. Понял, я уже. Запрещено выставлять твою криминальную деятельность на подкаст. А вот. Это первое, это нон-РП получается. Нон-РП, фюр-РП, админ-РП. Второе, что там, фюр-РП получается? Да, он достал оружие, начал стрелять тоже по мне. До конца не уверен. Типа, видишь, если бы он ливнул, типа, сервака, я бы выдал ему админобус, а так-то моментально разобрались. Так же ему пустить. Юкими, мы разобрались моментально только потому, что ты тэпнулся. Когда еще тебя тут не было, он не хотел себе ни наказание выдавать, ни со мной что-то вот в таком духе обсуждать, где тут нарушение и как тут нарушено было что-то. Он не хотел себе ничего делать, поэтому это админобус. Он сейчас разговаривает достаточно адекватно и обсуждает эту ситуацию тупо благодаря тому, что ты тут присутствуешь, не более. Не тэпнулся бы ты сюда, он бы себе ничего не выдал. Я сказал Кустика, давай позовем, но он бы все решил бы, сказал бы сам. А вот и Кустик, кстати. А вот... Я нисколько не против его присутствия, привет, но а зачем тут еще кто-то должен был быть? Я не буду на наборе. Ну вот Кустик это прямой начальник, типа, а Барсалини это наборный админка. А, прикол. Можешь с ним разобраться, вот покажи, кстати, Кустику демку полностью от начала до конца. А с тем, то, что я сейчас сказал, смотри, с тем, то, что я сейчас сказал и выдвинул, он нисколько не собирается спорить, он не возражает и он это принимает, он сам это сказал, нет, на демке его слова записаны. Значит, я объясняю тебе ситуацию. Ты искал то, что ничего такого против не имеешь с того, что я перечислил. Вот. Он берет возле мэрии в переходе. Он берет возле мэрии в переходе, начинает меня агрить, посылая нахуй. Будучи криминалом, он это объясняет тем, что хотел меня прогнать, потому что он хотел заняться криминалом там. Но это как минимум нелогично. Криминалом, если занимаешься, ты стараешься не палиться, не привлекать внимания. А он привлекает внимание госа, посылая его нахуй. Я его из-за этого ставлю лицом к стене, хочу ему выдать срок за оскорбление полиции. И на меня агрится из перехода неподалеку его друг. Начинает по мне стрелять. Я начинаю отстреливаться. И стоя рядом с ним, он достает оружие тоже, в ответ на то, что у меня оружие изначально было, и начинает со мной стреляться. Я его убиваю, потом улетаю на спавн сам, прошу его тэпнуться, объясняю ему только то, что у него фир-РП нарушено. Он говорит, я тут не вижу нарушения, и наказание себе выдавать не буду. Он не хотел, абсолютно никак не хотел себе выдавать наказание за фир-РП. Мне пришлось в итоге звать Юкими, и когда только Юкими пришел, он начал более-менее с этим всем соглашаться. Потом с Юкими мы поняли то, что он нарушил еще и нон-РП. Итого у него, как Юкими говорит, админобус, нон-РП и еще фир-РП вдобавок. Ну если все было так, как ты объясняешь сейчас? Я бы на самом деле простил на первый раз админобус, потому что, человек хороший на самом деле. Он ошибся, да. Дурак. По шапке он уже за это точно получит. Это 100%. Ну пусть получает и все. Тогда выдадим ему наказание за фюр-РП и нон-РП, типа. А админобус почему нет? Ребят, вы понимаете, то, что он бы ничего себе не сделал, он бы просто ушел бы, если бы я вас не позвал.
Он бы просто в конце концов ушел. Да, я понимаю. И он сидел, спамил мне фразу: я не буду себе выдавать наказание, я тут не вижу нарушения. Не бойся, для него наказание будет построже немного, чем админобус. Ну, админобус и сверху то, что он заслужил, потому как администратор, админ. И все. Я больше его не прошу. Давайте так сделаем. Проведем набор, и я выдаю ему наказание. Тогда просто он сейчас очень сильно нужен. Окей. А у меня вопрос еще такой. А, вот смотри. Я же его вывел под угрозой оружием из перехода этого подземки. Ну, небольшой такой подземки. И там рядом с ним друг стоял, он это все видел. Я непосредственно в близости подходил туда в переход с оружием и говорил, типа, пройти за мной. Недалеко, прямо вот близко ко мне, вот как тот телефончик. Стоит его друг, видит все это и особо не возражает. Стоило мне отойти, ну, примерно на вот такое вот расстояние, чуть-чуть подальше, а друг его достает оружие и начинает по мне стрелять. Это нормально или нет? А еще ничего такого не было. Я просто вывел его на улицу, поближе к мэрии. И хотел ему выписать срок за оскорбление ГОСа. Он в итоге стоит из перехода, начинает по мне стрелять. Понял, что ты не дал по нарушению. У меня армия ДРП. Как бы. Если так считать-то. На улице же было оружие. У нас есть такое правило, которое говорит, то бишь, если вы видите, как госслужащий производит арест кого-то из вашей группировки, то вы имеете право спасти его от ареста. Он не был в моей группировке. А. Это русское мясо, я просто не знал, о ком давно. А, ну вот, тем более. И что это, нон-РП или ФРРП? Нон-РП у человека, который спас его от ареста. Ну и фрикил получается, ведь он меня убил. Ну, в общем-то, да, ему наказание выдавайте, я дальше с челом разберусь сам, с другим. Ты на сервере сколько будешь еще? А вот... Ну, типа, чтоб ты увидел, что ему выдали наказание. А, просто он сейчас там на бою нужен, он помогает. Ну, я не знаю, ну, может быть, около, там, не знаю, ну, да часа, нет, скорее всего. Ну, за час управимся. Бывает дольше надо времени на наборе, там, до двух. Там немного людей, надо. Пришло мы. Ну, он на наборе нужен прямо на серваке или в Дискорде? Где? Да, на серваке именно нужен. Ага, понял. Ну, хорошо, только не забудьте. Да, не забудьте, напомню. Я тогда пойду с другим челом разберусь. Спасибо, ребят. Здорово. У тебя на НРП и ФРРП. Возле мэрии, когда ты стрелять начал по мне. НРП и ФРРП. А почему мне ФРРП? Не побоялся человек с оружием? Ну так я же стоял в переулке. И что? Защитял еще вот это. Бэби-бон. Причины не было. Напомни еще раз, какие... А, нон-РП, ФРРП и админобус. А последний вообще не начал стрелять. Админобус у тебя? Да. Пойдем дальше договорим. У тебя причин не было стрелять по мне. Ну, у Барселини же мой друг. Записан в контактной книжке. Ага. А то, что в ответ ты его завел. Но он не с того клана, он не с твоей организации, ты его не вправе защищать. А почему только своей организации? Это же дружественные люди. Ну да, 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 только так. Ну так по сути. Вот именно что, по сути. Он, же, все. Он у меня записан. Бежал. Телефонный. Ну и что, он не в клане твоем. Ну вот и все. Я вижу какую-то параллель. Ее тут нету. Чел не в клане твоем, ты его защищаешь. Невзирая на то, что у человека, которого ты начинаешь пытаться убить, его уже оружие изначально было, и ты видел его вблизи с оружием, и в этот момент у тебя оружия не было. Ты достал ответ. Стоял, наблюдал, а потом раз тебя осенило, что нужно постреляться. Ну, так я достал ответ, потому что... Причина. Я защищал своего друга, с которым я сотрудничал. От кого ты защищал? Ты в клане с ним? Ну, так я с ним работал. Ты в клане я с ним? Я работал с его кланом. Ты с ним в одном клане, нет? Нет. А, кстати, уже чела того наказали. Погоди-ка, да, на неделю 5 дней. Правило. Ты с ним не в одном клане, мне уже Кустик об этом рассказал и объяснил, как это вообще работает. Если ты с ним не в одном клане, но ты что-то пытаешься защитить его и все такое, то это нон-РП. Я жду наказания за нон-РП и ФРРП от тебя. Ты тут? Нет. А, да, все увидел. Повтори прошу. Нон-РП и ФРРП. 30 минут бана в сумме. Ой, Джайла. А, нон-РП? Ну, то, что ты защищаешь человека, который не с твоей организации. У тебя не было причин доставать оружие, нарушая тем самым ФРРП и стрелять по мне. Был в другом углу. Я мог достать оружие.
Ну, у тебя причин не было. Ты, конечно, мог его достать. Из-за этого как раз идет нон-РП. Не было причин доставать его. Ну так, а СРП-то почему? Потому что ты не побоялся человека с оружием, который стоит на готове, держит ствол, и секунд 10-20 назад, секунд 10 назад этот человек стоял с оружием рядом с тобой, угрожал твоему какому-то там знакомому. Я говорю еще раз, я жду выдачи, у меня готовая демка, если ты это отказываешься делать, то я зову администратора старше, и мы будем разбираться не только по ФИР-РП и НОН-РП, а также по админобузу. Просто понимаю, в чем ФИР-РП. Я тебе уже достаточно раз объяснил, чтобы понять. Я говорю еще раз, я жду выдачи наказания. Нарушения у друга твоего уже подтвердились. Нет, ну понятно, что мой друг, ты его лицом к стене ставил, например. Вот, и у тебя тоже есть нарушения. Это чего? Я не понимаю. Я говорю последний раз, я жду выдачи наказания за ФИР-РП и НОН-РП. Это последнее предупреждение. Ладно, я бы еще поспорил, да, я бы старшего позвал, но я не могу, у меня ультимат. Первый матч могу тупить. Еще бы он поспорил, блядь. Я его последний раз предупредил, после этого бы просто любое оправдание бы считалось за админобус, что он не хочет выдавать себе. Все, сука, 30 минут просто отсиди в джале и не надо дальше, блядь, пытаться спорить, но если ты не прав. Сидишь, время тянешь мое, свое.